Снежана Снежок. И сегодня я вам расскажу, как сделать летающую тарелку. Всем привет! Я Снежана Снежок. И сегодня я вам расскажу, как сделать летающую чашку. Для этого нам понадобится тарелочка и чашечка. Желательно небольшого размера. Искусственные цветы. Ах, как жалко, что они не похожи. Пласткогубцы. Клеевой пистолет, вилка или алюминиевая проволока. Ну что, приступим. Для того, чтобы сделать иллюзию парящей чашечки, нам нужна вилочка. А теперь нам нужно ее согнуть. Давайте попробуем пласткогубцами. Что-то получается. Вот такая вот у нас вилка получилась. И вот так вот она будет крепиться у нас к блюдечку. А вот так вот должна крепиться наша чашечка. Но для этого мы должны согнуть нашу верхушку. Вот так вот мы согнули нашу вилку. Теперь мы вилку должны обмотать. Вот мы обмотали нашу вилочку. Теперь мы должны ее приклеить к тарелочке. Вот таким вот образом. Прикладываем вилку, намечаем, где вы хотите ее приклеить, и приклеиваем. Даем остыть нашей вилочке. Наша вилочка приклеилась. Теперь можно клеить чашечку. Но перед началом я хочу еще украсить мою вилку. Я украсила вилочку, теперь можно клеить чашечку. Оставим чашечку, чтобы она тоже застыла. Мы приклеили нашу чашечку. Посмотрите, как она круто свисает. Такая крутая. Круто. Но очень важный момент. Если вы вилочку согнете немножко наискось, то тарелочка не будет стоять, будет перевес. Наша конструкция готова. Теперь ее можно украшать.
А как украшать? Это уже ваша фантазия. Можно взять любые искусственные цветы, создавая яркие и красивые комбинации. Для начала украшу дно тарелки листочками. Чашка у нас получилось. Напишите в комментариях, похоже, что она летает? Мне очень похоже. Вот такие вот две композиции у меня получились. А кому понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал.